Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. А вот у вас есть, например, такие коллеги, знаете, которые возьмут и проявят инициативу, а потом от этой инициативы всем аж больно, не только на душе, но и на ногах. А что больно? Ты думаешь, каково родителям, дети которых увлекаются конструктором Лего? Лего делается из высококлассного, высокопрочного пластика, и поэтому даже если в ковролине или в ковре затеряется хотя бы один кубик, и папа на него наступит, папа столько добрых слов скажет и производителям конструктора, и ребенку. Вот, поэтому мы решили этот эксперимент усилить, чтобы это был не один кубик случайный на полу в квартире, а вот целая эстафета. А зачем так много коробок у нас с той стороны? Будем переносить оттуда сюда, чтобы у нас был некий азарт. С завязанными глазами. Ой, ребята, помнишь, ты ходила по огню? Помню. Так, это все, я все... закрываю глаза. Так, ну что, у нас есть музыка, которая... Ну все, в общем-то. На старт, внимание, марш! Пошли, серьезно? Так, ну, а я не обхожу? Ну, мне кажется, я еще я на один не, только. Я ничего не наступил. Ой, я даже могу ускориться, мне кажется. Слушайте, а ребята осторожничают, посмотрите. Вот тут они все. Куда идти? Так, я чью-то взял коробку, я буду надеяться, что это с моей стороны. А, у меня прилипло, по-моему, кубик один. Василий пока впереди у нас. Саша, ты зачем так все с завязанными глазами, Татьяна. Я не с завязанными, поэтому я вижу, что происходит. Они что, прилипают к ногам, да? Да, у меня хорошо, что прилипла одна большая пластинка. Где, Таня, ты близко? Говори. Я здесь, давайте. Вот коробку, следующая. Ты что, взял все, что ли? Нет, все. Ай-яй-яй-яй-яй. А мы врача-то не пригласили на... Я Лего бесчувственный. Вот, ребята, где вам пригодилось бы занятие по йоге, а? Так. Я слышу какие-то шумы. По-моему, я близко уже к коробкам. Так, вот стол. Нет, это что, куда я встал-то? Саша, ты ни одного звука не издал. Неужели тебе не больно? Я боюсь говорить, а мы еще, мы это назвали, знаете, амбициозная эстафета. Попробуй тут. Ребята, у вас на самом деле неплохой скоростной режим, учитывая, что дистанция такая крутая. Давай, держи. На прямых ногах так смол. Не походишь, держи. Спасибо. Что, победила дружба? А что, ты все забрал? И солидарность? Ты все забрал? Да. Я в правильную сторону смотрю? Нет, нет, Василий. Все? Можно да еще ребят, я предлагаю вам еще раз прогуляться для закрепления результата. Давайте в ту сторону обратно. Я рекомендую тебе попробовать. На максимальных скоростях. Ай-яй-яй-яй. Это прямо бодрит. Да? Серьезно. Так, я не упаду сейчас. А может быть, ребят, в следующий раз по стеклам пойдем или по иглам? Так. Или по гвоздям? Здесь экран. Стол впереди. Не выключайте, пожалуйста, не выключайте. Василий, эту студию. Иди на голос. Давайте еще поговорим. Возвращайся к нам. Ну как я уже пошел здесь. Да зачем ты сказал еще один круг? Иди сюда. Где коробки-то? Все коробки уже здесь на месте. Мы спасибо, хотели просто полюбоваться. Ну теперь я пойду по краю. Все? Таня, где ты? Я здесь. Вася, все. Ребят, вы достойно прошли эту дистанцию. Это было великолепно. Это было артистично. А самое главное, вы теперь можете, знаете, пойти спокойно по гвоздям или по стеклам. Ноги стали грязными. Ну, хорошо, хоть не израненными. Каждый из нас на чуть-чуть приблизился к тому, чтобы стать родителем. Да. Правильно? Да. Или хотя бы дядя и тетя, в семье которого живет какие-нибудь малыши, которые разбрасывают Лего. Мы удачную тактику избрали. Получается, мы шли по краю, потому что основной, мне кажется... Глядя вот так понаступаем. Ты уверен? Я думаю, давайте закончим этот сеанс садиста-терапии. Ребят, я не могу понять, вы мазохисты, что ли? Что происходит?